Приехали. А то у нас какой концерт пошел, на котором?
Какой-то 50-й, мне кажется, примерно. Вот первый раз, это примерно 50-й раз на наших концертах, чего я каждому из вас и желаю. Потому что, как мне кажется, мы выходим на сцену с этими прекрасными ребятами в розовом для того, чтобы дарить вам классное настроение, для того, чтобы дарить вам праздник, а не для того, чтобы выпендриваться. Поэтому желаем каждому из вас сегодня очень классно провести время. Я знаю, что вы тут уже его классно проводили, все пели и танцевали. И мы продолжаем. И желаем, чтобы у всех у вас было все хорошо. Я тебя люблю.
Мне кажется, вот эти вот все люди, которые приходят с плакатом, во-первых, спасибо вам огромнейшее. Я все это вижу, я все это ценю, я не понимаю, чем я все это заслужила. А во-вторых, вы, наверное, очень скучаете, потому что наши встречи в Москве безумно редкие, да? Спасибо большое этому прекрасному торговому центру «Щелковский» за то, что у нас сегодня здесь состоялась встреча. Похлопайте им, пожалуйста, побольше таких мероприятий в нашей жизни, чтобы мы встречались как можно чаще. Я надеюсь, что наша танцевальная программа вам нравится, но все-таки, как бы там ни было, все свои песни я пишу сама, и многие из этих песен не входят в концертную программу, потому что они становятся большими, они становятся значимыми. Особенно они все равно имеют значение для меня, поэтому мне бы безумно хотелось сейчас петь ту самую песню, которую почему-то я 3 года не пела в концертной программе, забыв о том, что очень важно рассказывать о своих собственных значимых вещах. Я точно знаю, что сегодня здесь большое количество женщин, которые уже успели стать мамами. Похлопайте, пожалуйста, и сами себе, и таким прекрасным женщинам. Я хочу пожелать вам невероятнейшего терпения, потому что я не знаю как, но мои родители натерпелись, конечно, всех моих сумасшедших выходок и все равно не перестали меня любить от этого. И от этого становились мои глаза с каждым годом только прекраснее, потому что ничего в этой жизни не сравнится с материнской и отцовской любовью. И это правда. И я точно знаю, что у нас у всех абсолютно разные истории, но я точно знаю, что мы живем в то время, когда стало очень-очень модным работать над детскими травмами, обижаться на своих родителей за то, что они чего-то нам там в детстве не добавили. И мне кажется, что они просто выросли в абсолютно другое время и делали для нас все возможное. И совершали не меньшее количество ошибок, чем совершим мы, становясь родителями, чем совершают наши друзья, которых мы все равно прощаем, чем просто мы совершаем по жизни. И я желаю каждому из вас, если у вас еще количество обид не зашкалило, и если вы все еще успеете, поднять телефон и написать спасибо за все, мам. А я пока что спою ровно такую же песню. Поехали.
самолет. Если все же приземлимся этим утром, я сразу позвоню хотя бы на минуту. За шаг такая слишком много, кажется ценным, но точно не деньги. И которые вот сделали все это. И я не знаю, насколько это звучит правдоподобно, потому что, наверное, многие артисты говорят со сцены много приятных слов, и для каждого они значат что-то свое, и некоторые говорят просто для красного словца, но на самом деле сказать, что я это ценю, это не сказать ничего, потому что песни, написанные мной где-то там, иногда случайно, иногда по-особенному от своих эмоций, выпущенных в интернет, и которые набирают такие сильные обороты, слушаются людьми, которые умеют чувствовать, и люди, которые не умеют чувствовать, их бы не стали слушать. Вы не понимаете, как сильно я вам благодарна за то, что в то время, когда все вокруг кажется сильно-сильно испорченным, у вас осталось большое-большое сердце, оно умеет по-прежнему любить, и я желаю вам это чувство в себе сохранить, потому что мне кажется, что нет ничего более ценного, чем это прекрасное ощущение. Я до сих пор себя неловко чувствую, когда меня хвалят, и считаю, что это нормально. И лучше так, чем когда мне будут говорить «молодец», и я буду вот так вот стоять, типа «да». Нет, пожалуйста. Поэтому вы большие молодцы, если вдруг вы сильно нуждаетесь в этом слове, а я очень нуждалась в свое время в том, чтобы меня хвалили, то я это сделаю сегодня со сцены, знаете, что вы все большие молодцы, потому что как минимум вы умеете чувствовать. Спасибо вам большое. И на этой минорной ноте я предлагаю продолжить. И сейчас абсолютно каждого человека, каждого, кто вот здесь сзади стоит, кому я работаю своей
потрясающей попой сегодня. Это, кстати, не очень красиво, но вы сами туда встали. Я не могу вот так вот петь. Я хочу попросить абсолютно каждого человека, который здесь находится, обнять того, кто стоит рядом с вами, обнять и не отпускать, пока я не договорю. Обнимаемся, Щелковски, все. Все этажи. На лестницах едьте, обнимайтесь тоже. Чтоб просто так ехать лишний раз. Если вы не знакомы, вы можете познакомиться. Кстати, это самое время. Что знакомиться в интернете, когда можно знакомиться на концертах? Я чуть попозже спущусь, поработаю с Стасом Михайловым, но чуть попозже. И поле чудес свое вот это вот оформлю. Так вышло, что, как мне кажется, во времена отфотошопленных картинок, где все очень-очень идеально, и где все расписано буквально по пункту, ты заходишь в интернет, и везде написано «Счастье – это». И ты каждый день читаешь вот эти вот семь заветных пунктов, понимаешь, что тебе двух или трех не хватает, и думаешь, блин, я несчастливый человек. И так мы живем почему-то изо дня в день, забывая о том, что если вы сейчас посмотрите на лица друг друга, на лица тех людей, которых вы обнимаете, вы увидите на них улыбку. И эта улыбка, она порой ценнее и важнее абсолютно всего, что происходит с нами в нашей прекрасной будничной жизни. Мы почему-то стали забывать о том, что счастье – это далеко не отфотошопленные картинки из интернета. Счастье – это что-то очень-очень маленькое, это что-то очень-очень уютное. Это то, чем ты можешь поделиться, выходя из своей собственной ванны. И несмотря на то, что грустить – это абсолютно нормально, поверьте мне, выходить из этой грусти и увидеть людей, которые хотят тебя обнять в любой ситуации – это самое прекрасное ощущение. И очень важно, чтобы мы об этом всегда помнили. Очень важно, чтобы вы сейчас еще раз посмотрели друг на друга и зафиксировали себе в голове ту самую улыбку на лице, которая рождается в процессе моего прекрасного монолога на этой сцене. Я сейчас пою очень грустную песню, она называется «Спряталась в ванной». Когда я ее писала, я была уверена, что несчастливее человека, чем я, ну точно не существует. Потому что мне казалось, что вся моя жизнь пошла наперекосяк. И я точно знаю, что если эта песня была в вашем плейлисте, вы думали точно так же. Я выпустила ее для того, чтобы вы знали, что вы не одни, и для того, чтобы вы знали, что выйти из этой ванны – это было самое правильное решение в моей жизни. И я желаю каждому из вас того же. Пряталась в ванной? Погнали! Yeah.
Обещаете? И тогда с вами знаете, что случится? С нами случилось то.
человек, который не будет петь, никогда не будет успешным и богатым. Готовы? А это ко всем этажам относится. Потому что мы желаем вам, чтобы в любой ситуации, при любой погоде, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, танцую, как будто рядом. И утром мы проснемся. Хочу с тобой увидеть. Раньше такие моменты, sorry, что себя не любила.
Боже, как же хочется в ленту. Все залить наши фотки и видео, разбитые без макияжа. Пьяный, как же я раньше тебя не увидел. Но о тебе говорил с экранов и пела. И думала, скоро ли сбудется самое главное мое желание. Чтобы когда все плохое забудется, чтобы не поздно и чтобы за. Смотри, какими мы счастливы. Чаще, потому что, мне кажется, чем чаще происходит добрая и теплая встреча, тем счастливее мы становимся. Перед тем, как спеть последнюю песню, я бы очень хотела, чтобы вы поаплодировали моей команде. Тёмочка, который играет на саксофоне. Илюша, который играет на клавишах, который помогает мне создавать концертную программу. Женечка, которая играет на гитаре. Андрюша, который играет на барабанах. Танцоры Тимур, Марго, Вова, Диана. И я не запуталась. И ваш любимый диджей МХАСА! А за кадрами же находятся два прекрасных человека. Денис, который у нас является прекрасным светиком. Светит просто от него. И Эдгар, который делает так, чтобы у меня в зале было хорошо слышно и вроде бы не получается. И я искренне считаю, что если бы не я, и если бы не моя команда Vivid Music в первую очередь, то у нас бы не сложилось такой классной коммуникации. Потому что, во-первых, я умею заново доверять людям, мне кажется, что это классно и это круто, несмотря на все разочарования, заново поверить людям настолько, чтобы сделать их большой-большой частью своей жизни. Я желаю каждому из вас, чтобы вы сделали то же самое. А во-вторых, моя команда Vivid Music — это
моя самая главная опора и те люди, без которых у меня ничего бы не получилось. И эти ребята на сцене, которые находятся за кадром в том числе. И я желаю всем вам обрести в этой жизни друзей, если вдруг вы еще не обрели любовь. А в идеале, конечно же, как по тем самым пунктам счастья из интернета, чтобы у вас совпало все, и чтобы вам обязательно, как в моей следующей песне, ставшей гимном моей жизни, вам обязательно нравилось жить. Потому что, когда я писала песню «Нравится жить», я понимала, что я написала для самой себя что-то очень значимое, что-то очень ценное. И каждый раз, когда у меня опускаются руки, я сама себе включаю песню, написанную собой, и понимаю, что мне хочется продолжать. Пускай вот для вас эта песня станет таким же знаком. И пускай сегодняшний вечер, на который вы, возможно, пришли сюда случайно, возможно, вы пришли целенаправленно на концерт, но пускай для вас это будет классным знаком того, что жизнь прекрасна. Поехали!